главные события сюжетной линии этого леденящего душу хоррора разворачиваются внутри мрачного старого особняка. Игра ведется от первого лица. Главный герой должен постараться прожить в нем целый месяц и не умереть в этом страшном месте. Мужчина принимает такое решение, из-за которого у него внезапно пропадает жена. С каждым новым днем ваш персонаж будет узнавать все больше тайн о таинственном месте. У каждого его действия будут итоги и результаты, которые будут влиять на будущее героя. Ночью в особняке творится что-то странное и страшное. Игрокам предстоит узнать, получится ли у главного героя игры Pennywise Drive продержаться в особняке столько времени. От страшных звуковых эффектов действительно становится не по себе, а совершив хотя бы одну ошибку, ваш персонаж рискует остаться в страшном доме навсегда. Игра радует отменной и реалистичной графикой, которая помогает вас создать жуткую атмосферу заброшенного замка. Игра поражает своим большим игровым миром, но не дает времени на его изучение из-за ощущения постоянной опасности.